Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, с вами Кирилл, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня мы играем в криминалочку на сервере Machine Hard Play, первый сервер, у них здесь Кирилл Путбуль, и сегодня мы подробно посмотрим новую шахту. Да, я ее показывал в видео про обновление, но подробно я ее не показывал. Видео будет коротким, просто посмотрим, что изменилось, и посмотрим, что по деньгам. Обязательно поставьте лайк, кто не поставил еще, и подпишитесь на канал. Сегодня с моим подписчик, вон стоит он, Максим Корлеоне, привет тебе большой. Давайте напишем. Уже снимаю. Привет, передал. Давайте напишем вот так вот. Все, давайте берем Мерседес. Точнее, не берем Мерседес, давайте посмотрим шахту. Минуточку внимания, хочу посетить вам свой бизнес. Мой бизнес — это аптека в городе Южный. Находится он возле башни Останкино, а также рядом возле СТО Южного. Найти мой бизнес можно через GPS, 6 раздел. Листайте в самый низ, и вот мой бизнес, 41-й. В моем бизнесе вы можете купить аптечки, маски и разные лекарства, и не только. Если вы любитель сходить на ВЧ, либо патрулить полицейских, то вам именно ко мне. Вход, конечно же, бесплатный, заходите и закупайтесь. Шахта теперь находится вот здесь. У меня, к сожалению, старая карта. У меня почему-то чекпоинт все еще здесь. Я, честно говоря, не знаю почему, потому что их чекпоинт вот здесь находится. Короче, вот здесь шахта находится, недалеко от ВЧ, новая. Чекпоинта еще в подземную шахту нету. Я админа спрашивал, они писали, что еще нету. Но он будет, вот здесь будет вход в подземную шахту. Сейчас есть только снаружи шахта, она работает, короче. Поэтому чекпоинта нету. Напишу, чекпоинта пока что нету. Нету. Чекпоинта пока что нету, но думаю, в скором времени его добавят. И добавят как раз, думаю, дома в деревню, в принципе. Поэтому сейчас поедем в шахту, какая и работает уже. Посмотрим, что там по деньгам. Сейчас, по-моему, X2 нету, если я не ошибаюсь. Сейчас X2 нету. Зацените, кстати, напишите в комментариях, как вам мой внешний вид моего Мерседес, точнее. Нормально он стал, либо нет. Ну, как по мне, вроде бы нормальный такой цвет я сделал. Как у GA07 сервера на Мерседесе. Но диски я поставил себе вот такие вот. Они больше, чем стандартные, в принципе. Ну, и у меня модпак старый стоит, повторюсь, кто не знает. Но мне что-то он очень нравится, я на нем езжу. Пусть пока Мурка отдыхает, короче. Потому что мы так уже износ, по-моему, 60, если я не ошибаюсь. Поэтому я лучше ее, так сказать, на отдых пущу, чтобы она, блин, у меня не сдохла быстро, потому что 500 тысяч как бы... Хотя уже деталя надо тратить, в принципе, чтобы полностью ее починить. Итак, вот работа, короче. Вот теперь можно будет снаружи работать и под землей, короче. Снаружи вот здесь, под землей еще чекпоинта нету, повторюсь. Сейчас попробуем поработать. Давайте я включу чат, чтобы все видели. Попробуем поработать, посмотрим, что здесь по деньгам вообще. Больше сделали, не больше. И напишите в комментариях, как вам больше нравится вот эта шахта. Ну, хотя еще подземной нету, но вообще напишите, вам нравится новое место расположения шахты, там, как вам вообще эта система шахты. В принципе, особо ничего не поменялось, просто поменялся матник. Ну и теперь можно будет и по земле работать, и вот снаружи. А так особо ничего не изменилось. В принципе, система та же, я так понимаю, просто поменялся матник. И место расположения. Напишите, как вам вот такие вот изменения, нравятся они вам. Если не нравится, то почему, напишите обязательно в комментариях. Мне будет интересно почитать. Да, забыл сказать, что сейчас уже 12:30 ночи. Поэтому извиняюсь, если я буду заговариваться. Хотя я еще себя нормально, так сказать, чувствую. Еще сильно на сон не тянет. Но все же, если будут какие-то затупы, пацаны, сами понимаете, что я проснулся сегодня в 8 утра, получается, и уже 12:30. Я решил записать видосик, потому что я думаю, это будет полезная тема и интересная. Ну, лично мне это интересно. Я снимаю всегда то, что интересно мне. Ну, я думаю, наши вкусы совпадают. Поэтому обязательно ставьте лайкосики, пацаны. Обязательно просто. Итак, вот я принес ровно 200 килограмм руды, короче. Я думаю, этого хватит, чтобы понять, сколько здесь платят. Будем ориентироваться именно по этому. Так, сдаем работу, и нам платят косарь. То есть 200 килограмм руды, это получается у нас косарь.
Также, пацаны, кто не знает, короче, в багажник теперь можно ложить металл и дерево. Еще деньги туда ложить теперь нельзя, это убрали. Так, давайте, вот так, короче, вы можете подъехать просто. Ну, даже вот так вот в наглую, не знаю, можно подъехать прям. Вот прям вот так вот в наглую подъезжайте просто. Открывайте багажник и давайте купим, допустим, я не знаю, сколько мы можем себе позволить, 60 килограмм руды там. Вот, 60 килограмм металла мы, точнее, купили. Пишем Т-меню и просто положить в багажник и выбираем здесь металл. Все, теперь вы можете просто вот так ложить металл. Конечно, дороговатый металл, блин, косарь, это получается 10 килограмм, ну, ладно. Что ж, в принципе, поделаешь. Зато теперь можно будет возить домой себе, затаривать себе просто шкаф в доме спокойно. А не, блин, это постоянно просто ездить, возить его. А так загрузил полный багажник, потом уже дома выгружаешь. Я думаю, это будет более поприятнее и удобнее. Очень удобнее. То, что дерево можно, ну и пусть добавят еще, чтобы дерево можно было в шкаф вложить. И тогда будет еще довольно-таки прикольнее. Давайте просто пройдемся по деревне. Под конец, так сказать. Какой вывод? В принципе, мне эта шахта нравится, хотя и предыдущая больше нравилась, потому что там ездил этот поезд. Но посмотрим, какая будет подземная работа на шахте, так сказать, и уже там сделаем окончательные выводы. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.